Вы знаете, не ожидал увидеть многих людей из тех, кто сегодня пришел. Но я, конечно, всех рад видеть. И лихорадочно, вот крайних там минут 15, когда увидел там одного, второго, третьего, думаю, надо менять программу. Будем смотреть, чего и как. Вот, у нас осень, осенний концерт. И есть определенные у меня все время нюансы именно под это выступление, связанные со временем года, с некоторыми событиями. Вот, но пока такая песня совсем не военная, я все время ей открываю именно эти осенние концерты. Вновь барабанит дождь по крышам, мечтает стать морями лужи, и воду всю на землю выжив, по небу тучи ветер кружит. Темного за окнами ненастье, а мне здесь светит с полста герца. Не дождь, печаль все смоет с сердца, и значит он сегодня к счастью. Осень, и небо нынче цвета стали, деревья от листвы устали, и в эмиграции все птицы. Восемь, все восемь дней в неделю слякоть, и небо продолжает плакать, а мне весна ночами снится. По паркам ветер листья носит, недели тянутся резины, и пес голодный булку просит, когда иду из магазина. Его так съежила погода, он, как и я, продрог жестоко, и как ему мне одиноко, видать, такое время года. И небо нынче цвета стали, деревья от листвы устали, и в эмиграции все птицы. Восемь, все восемь дней в неделю слякоть, и небо продолжает плакать, а мне весна ночами снится. Та-да-дам, та-да-да-да-дам, та-дам, та-да-да-да-дам, та-дам, та-да-да-да-дам, та-дам, та-да-да-да-да-та-да-да-да-да-да-да. Мечтает стать морями лужи, а я по-прежнему мечтаю в душе избавиться от стужи. А я мечтаю улыбнуться и, может, даже рассмеяться, не превратиться ближе в паяца. Мечтаю я к себе вернуться. Осень, и небо нынче цвета стали, деревья от листвы устали, и в эмиграции все птицы. Восемь, все восемь дней в неделю слякоть, и небо продолжает плакать, а мне весна ночами снится.
всегда говорю, с каждой песней связаны определенные воспоминания. Вот это очень старая песня, я написал ее когда-то лейтенантом, по-моему. И у меня здесь воспоминания связаны с Вероникой Долиной. Ну, классика авторской песни России, она здесь выступает нередко. Однажды, это было далекое-далекое время, конец 80-х, даже не начало, не точно конец 80-х, я такой молодой лейтенант, выступаю на каком-то фестивале авторской песни, а она была среди членов жюри, и, ну, во-первых, она там в числе прочих остальных товарищей наехали на меня по поводу афганских песен, там что-то, вот что мы с этой темой боремся. Ну, такое время было такое интересное. Я вообще психанул там, чуть не послал там кого-то куда-то. Вот, но потом я спел эту песню, она помнила скептически. А почему 8 дней в неделю? Я так, знаете, говорю, ну, вообще-то, говорю, пожарных никогда не спрашивают, почему они должны спать 25 часов в сутки. Она выкрутился, а? Я думаю, она сейчас об этом даже не вспомнит. Ну ладно. Все-таки об авиации, конечно. Тоже вот не собирался петь эту песню, а увидел друга своего. Мы землю оттолкнем, и небо снова обнимет нас своими облаками. Мы верим, что оно сегодня с нами. Спешим навстречу, будто дали слово, пусть метео нам тучи обещает. Оставим снизу все дожди и лужи, изнанка туч всегда светла снаружи. Нас небо солнцем, как родных, встречает. Вот жалко, что ошибок не прощает. Влюбленность в небо и земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый с сушкой или мигом. И крах нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали, но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Чуть выше в небесах инверсий росчерк, там мирный ГВФ сквозь дни и ночи несет людей в Анталию и Сочи. А мы, как в школе, тренируем почерк, выводим в небе тексты сочинений. Фигуры пишем, а точнее, пашем. И где-то снизу смотрят дети наши, наверное, им пока не до волнений. Мы все вернемся вместе, нет сомнений. Влюбленность в небо и земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый с сушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали, но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Землю с небом поменяем, но мир там не изменится. Мы знаем, мы видим, как дворцы и замки строят.
Нам не придется жить в таких хоромах. Но честь свою мы в грязь не уронили. Пусть те, кто снизу свой кусок схватили. Зато у нас есть небо, мы здесь дома. Не будет в нашей жизни по-другому. Влюбленность в небо, ты земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый с сушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. По небу. Спасибо. Я, когда сказал, что увидел друга, и вспомнил, что вот, ну, все-таки спою эту песню. Я сегодня много фамилий буду называть, вы уж меня извините, это каждый раз как-то. А я говорил о Сергее Ивановиче Осяйкине, он где-то там. Вот. Заслуженный военный летчик России, тот, который единственный поднял вот этот ромбик, с позволения сказать, из 9 МиГ-29. Вот... Сегодня он уже не в стрижах, уже на другой гражданской, как говорится, стезе. И вот остается верить, что, может быть, его последователи смогут поднять эту девятку. Но пока вот он единственный. Сережа, спасибо, что пришел. Вот в этой связи как-то вот мысли все время, они какие-то крутятся, жжжж, там жужжат в голове. И я вот вдруг подумал... Стрижи, русские «Витязи», «Беркуты», там, наши пилотажные группы прославленные, там летают летчики, которые когда-то начинали. Я вот сегодня просто, ну там, у меня был один телефонный звонок, и я вспомнил, вот однажды мы со своей телепрограммой НТВ-шный «Смотр», это было лет 10 назад, наверное, даже больше, в Кубинке снимали репортаж о том, как пускают боевые ракеты на полигоне. И интервью берем, там молодой лейтенант, значит, и вот он такой, у него глазки горят. Я буду летать в пилотажной группе, в основном составе, в русских «Витязях», я буду летать. Ну, я так, ну будешь, нормально, хорошо. Вот. Прошли годы, там, сейчас смотрю, там, допустим, опять же, русские «Витязи». Возвращаясь к тому лейтенанту, это был Даня такой Солодовников, сейчас такой матерый майор, летает в основном составе. Игорь Ткаченко, которого я помню еще там, ну, курсантом, и даже еще, даже, наверное, до училища у Игоря, Царство Небесное, старшего, Игорь Ткаченко-младший, имею в виду. Вот. Те, кто хотят летать, они будут летать, и будут летать круто. Я к чему? Следующая песня. 3 недели назад выпуск был в Краснодаре, ну, во всех наших авиационных училищах, Краснодар, Сызрань, Челябинск. 28 октября, из года в год все время, вот они меня приглашают, в этом году не смог приехать, потом расскажу почему, это тоже отдельная тема. Вот, и всегда хочется пожелать этим молодым лейтенантам, когда они выходят, эти монетки бросают, там фуражки подбрасывают, чтобы, во-первых, они всегда возвращались живыми, здоровыми, и чтобы у них действительно было светлое, такое нормальное, летное будущее. Вот. И следующая песня, вот она, да, она выпускная такая. Мы строим крайний раз, чеканим шаг, и сядром на плацу разбудит осень. И разделилась жизнь на до и после. Лучами солнца в небе реет флаг, и мы породно твердый держим шаг. И не поверить, за спиной 5 лет
От счастья и волнения мурашки зальются в небо лётные фуражки, а на бетон прольется дождь монет. И дай нам Бог, чтобы в небе много лет. Не на земле, а в небе нам служить. Для службы этой обрели мы крылья. Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью. А значит, в этом небе будем жить. Как завещал маэстро, будем жить. Раскатится оркестр войсковой. Прощание славянки медью грянет, и хоть листвою осень мир погрянет, весна в душе витает синевой, и рвется сердце в небо, рвется в бой. Теперь в строю крылом к крылу стоять, за братьев лётных навсегда в ответе. И дай нам Бог, чтоб тост, который встретит третий, нам друг за друга жизни не поднять, и чтобы нас у неба не отнять. Не на земле, а в небе нам служить. Для службы этой обрели мы крылья. Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью, а значит, в этом небе будем жить. Как завещал маэстро, будем жить. Спасибо тем, кто научил летать и уважать все лётные законы. А впереди по жизни гарнизоны, к аэродромам нам не привыкать. У нас работа лучшая — летать. Инструктора и даже генерал нам пожелали долгой лётной жизни. На службе нашей матушке отчизне нам руки на прощание пожал. И честь отдал наш лётный генерал. Не на земле, а в небе нам служить. Для службы этой обрели мы крылья. Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью. А значит, в этом небе будем жить. Как завещал маэстро, бам-бам, да-да-да. Жизнь на до и после. Лучами солнца в небе реет флаг, и мы воротно твердый держим шаг. Не на земле, а в небе нам служить. Для службы этой обрели мы крылья. Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью. А значит, в этом небе будем жить. Как завещал маэстро, будем жить. Будем жить. Спасибо. Вот честно, хочется, конечно, чтобы эти ребята, которые вот прошагали 28 октября по этим плацам, или плацам, как там у нас на телевидении говорят, чтобы действительно все живы-здоровы были. И чтобы леталось им столько, сколько хотелось. А следующая песня — это такая, ну, можно сказать, новая песня, да. Она не на мои стихи. Это стихи Геннадия Мамедова. У меня есть одна песня на его стихотворение. Очень мне нравится творчество этого человека. Он когда-то летал летчиком-инструктором в Канте, это там, в Киргизии, где учили иностранных летчиков наши специалисты. Стихотворение, ну, я немного, как всегда, по своей вот такой неуспокоенности немножко туда добавил, но в принципе оно такое осталось, как и было. Называется, ну, очень просто называется «Авиатор».
солнца вспышки, на белых крыльях влажных от росы. Нас провожают взглядами мальчишки до облаков от взлетной полосы. Мы молодые, красивые, крылатые, мы там за горизонтом суеты, где так прекрасны мысли и закаты, где облака так девственно чисты, где облака так девственно чисты. Приборы отразились в каплях пота, работа в небе — это божий дар. Не потому ли за шедевр полета получит мастер скромный гонорар? Но он творит и как насущным хлебом, полетом жив и в нем неповторим. Пилот живет, пока он дышит небом, и сознает, что небо дышит им, и сознает, что небо дышит им. Мы любим, утомленные полетом, прильнуть к земле все медленнее скользя. И мы скорбим, когда прощальным взлетом уходят в память лучшие друзья. Вино в стекле холодном и граненом, за молодость не встретивших зарю. Мы пьем без слез, лишь в небе накрененном прольется дождь в разлет по фонарю. Прольется дождь в разлет по фонарю. Всех мы живы и крылаты, и нам дано вдали от суеты встречать рассветы, провожать закаты и видеть землю с новой высоты. Пусть летчику маршрут порой неведом, он будет летным ангелом храним. Пилот живет, пока он дышит небом, и сознает, что небо дышит им. Пилот живет, пока он дышит небом, и сознает, что небо дышит им. Браво! Геннадий Мамедов. Но я говорил, что осенний концерт у меня связан с определенными событиями, и, наверное, вот... Я уже сказал, что 3 недели назад был выпуск в наших авиационных училищах. Я туда не попал только лишь потому, что был более важный повод отвлечься или, как сказать, принять участие. Потому что 28 октября случилась замечательная дата. 75 лет армейской авиации нашей страны. Конечно же, я не мог отказать... этим великим, легендарным людям, которые меня пригласили на это главное мероприятие. Оно проходило там рядом с Кремлем. Вот. И, конечно, в этом году, ну вот, прошлый юбилей, 5 лет назад, когда было 70-летие, ну, практически были все командиры полков. Вот. Сегодня по понятным причинам их не было. Вот. А даже некоторых и в живых, к сожалению, нет. И, ну, те люди, которые там были, это вертолетчики, их все знают, это заслуженные, просто действительно легендарные люди, или их родственники, близкие, ну, не знаю, ну, хотя бы вот Татьяна Майданова, мы с ней там просто вот обнялись, потому что это очень дорогой для меня человек, жена... опять же, легендарного вертолетчика Николая Саиновича Майданова. И, ну, это дорогого для меня стоит. Я к чему? Это к тому, что все-таки несколько песен я спою именно про своих любимых винтокрылых. И повторюсь, ну, с наступившим праздником, потому что это, ну, великое событие, и это легендарный и, наверное, самый, не наверное, самый боевой род военно-воздушных сил. Поэтому вот с праздником, он еще недавно с нами.
ласточки летают над землей. Низко, значит, снова непогода. Мы утюжим небо здесь полгода. Значит, полтора, и я живой. На две умножается войной. Будто с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко, это значит, нам до цели близко. Крайний хиль, последний этот раз. Бог решит, мы верим, он за нас. И, конечно, верим мы в бою, той, что никогда не подхватила. Кто-то называет крокодилом птичку, про которую пою, ласточку пятнистую мою. Подтвердят нам трассеры расчет, не ошибся летчик-оператор. Нычом, как в фильме «Терминатор», все, что снизу, упирает в лед. Наш привет он тем не нашим шлет. Скажет, кто не страшно, мол, вранье. Нас пугают снизу пулей дурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, мы втроем подадим вам у нее душу винтокрылую свою. Вместе с нами ты не погубила, обозвал же кто-то крокодилом ту, что выручает нас в бою, ласточку пятнистую мою. За спиной молотит пулемет бортовой наш парень, не из робких. Обложился лентами в коробках пулеметный сам себе расчет. Бортовому общий наш зачет. Надпись, что опасно у хвоста, даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал. К черту живописные места. Все года, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума сводила. Что за дурь кличет крокодилом ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. Та-пар-па-па. Разгневанных богов всю на нас обрушили свирепость. В небе словно маленькая крепость мы видим огонь из всех стволов. Нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем, не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки, словно в танце кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем, с той, которой песенку пою, с той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою. Ту, что выручила нас в бою, ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. Спасибо.
мне все время советуют, вот ты бы там открыл какой-то канал на Ютубе, там, я говорю, да мне некогда, то есть этим надо заниматься. У меня действительно есть, ну, я когда-то открыл, что-то там разместил и забыл. Потом мне приходит сообщение, это было лет там 7-8 назад, приходит сообщение от какого-то незнакомого человека, Николай Викторович, у вас там канал есть, там разместили порнографию. Я даже пароля не помню, там, ну, каким-то образом залез, действительно, там, елки-палки, быстро все уничтожил, вот, и забыл. Потом все-таки опять открыл, никогда туда практически не заглядываю, но тем не менее, тут как-то звонят, смотри, там тебя смотрят, ну, смотрю, действительно, песня там за какой-то небольшой срок набрала 360 тысяч просмотров, там, полемика там под ней, там, всякие комментарии, все равно заниматься некогда. А песня, ну, вот эта. Светило ярко солнышко в зените, убитый грач обломками молчал. Пищал комар отчаянно, спасите, а жив ли летчик, он не сообщал. Была надежда призрачная шатка, до смерти здесь, как в песне, три шага. И наша винтокрылая лошадка несла нас прямо к черту на рога. А в это время мальчик на Феррари носился по Москве и по пути, за час устроив несколько аварий, пытался от гаишника уйти, а мы пытались летчика найти. Нам вроде как везет, но так, не шибко. Мы видим парашют, заметен бой, нам дробью барабаны по обшивке, но главное, что парень наш живой. Мы не поем безумство храбрых песню, играть привыкли марш, а не романс. Плечом к плечу с любимой птичкой вместе, пока мы с ней, то есть хотя бы шанс. А в это время по Москве, в Угаре, направо и налево всем хамя по тротуару в золотом Феррари. Мальчишка несся, голову сломя. Мы тоже тут несемся, но дымя. Трассеры все небо украшают, там снизу бородатых прям аншлаг. Что делать с нами, боженька решает. Мы живы, хоть машина как дуршлаг. Нам летчик снизу машет, уходите. Держись, браток, еще не кончен бал. Нам ярко светит солнышко в зените. Ты пан, браток, который не пропал. А в это время из Феррари мальчик по телефону папу набирал, гаишнику показывал вверх пальчик и звезды снять с погоном обещал. А нас без обещаний Бог спасал. Со скоростью Феррари уходили, и где-то у нуля высотомер. Мы нашего парнишку уносили, а он ревел навзрыд, хоть офицер. Мы тоже слезы тщательно скрывали, а говорят, летают смельчаки. Мы пальцы ему долго разжимали, он в них сжимал гранату без щеки. Спасибо. Всего-то надо мало, только бы начальство дало нам чуть отдохнуть. Наш режим необычайный, мы работаем ночами, но нередко нам и днями не дают уснуть. И
И закат уже аллеет, снова ждут нас бармалеи, как чуковского корня, вредные точь-точь. И над нами жирновами два винта над головами рубят воздух лопастями, мы уходим в ночь. В темноте мы над пустыней Ивочка, пейзаж постылый, аллигатор песенку играет на винтах. Кто-то скажет, огорушит аллигатор, петь не может наш поэт-коктейнар. Так, 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 бах-бах-бах! И баритоном, так, так, так! В ночь несется наша пара, и луна как будто фара, нам хотя бы до удара вырубить ее. Мы рельеф буквально лижем, только некуда уж ниже, это вам не по Парижу, променад, мосье. Под луной мы целью в тире, в небе трассеров пунктиры, и разносится в эфире наш российский мат. Это значит, мы у цели бармалеи на прицеле, и ракеты им пробили дружно шах и мат. В темноте мы над пустыней Ивочка, пейзаж постылый, аллигатор песенку играет на винтах. Кто-то скажет, огорушит аллигатор, петь не может наш пэт-коктейнар. Так, 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 бах-бах-бах! И парит по нам, так, так, так! Что нас ждет, никто не знает, нам нередко прилетает. Чудотворец нас спасает, Николай Святой. Из иконки над прибором он на нас глядит с укором. Айнорас и задором ходит с нами в бой. Ночь закончится, земля зарей мы вернем. Ночь закончится, зарей мы несемся над землей. И на блистере змеёй дремлет пирошнур. Он зигзагами свернулся, дай нам Бог, чтоб не проснулся, и домой наш борт вернулся. Хватит перекур. В темноте мы над пустыней Ивочка, пейзаж постылый, аллигатор песенку играет на винтах. Кто-то скажет, огорошит аллигатор, петь не может наш пэт-коктейнар. Так, 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 бах-бах-бах! И баритоном, так, 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 соло. Аллигатор наш изубитый поперёк и вдоль. Живы, верим и не верим, мы откроем кимбы двери. Блин, и полиция проверит нас на алкоголь. Аллигатору досталось и забывши про усталость, технарям за день осталось в строй его вернуть. Ну, а нам-то надо мало, спим под солнышком устало, только бы начальство дало нам чуть отдохнуть. Снова ночью над пустыней Ивочка, пейзаж постылый, аллигатор песенку играет на винтах. Кто-то скажет, огорошит аллигатор, петь не может наш пэт-коктейнар. Так, 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 бах-бах-бах! И баритоном, так, так, так. Есть уже варианты этой песни немного измененные, пока не парю. Это была седьмая песня, а восьмая, ну конечно восьмая, она восьмая. Я вернулся. Весь набитый до отказа, я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых трехсотых, три двухсотых.
Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, я вернулся. Знай, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах, на пределе на износе я Ми-8. Я вернулся. Кто б скомандовал мне вольно, нахватал я пулю довольно, как больно. Справа блистер мне разбили, право кого-то не убили, зацепили. Капитан, что в левой чашке, матерился, было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились, потому что не разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8. Я вернулся. А в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, затянулся. К борту мне ладонь прижал он, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой заплатки и заплакал. Вот судьба моя какая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота. Пусть по войнам меня носит, я Ми-8. Я Ми-8. Вертолетчики. Давайте я вот традиционно всегда прошу подняться тех, кто винтокрылых. Я знаю, здесь сегодня много в зале. Пожалуйста, ну, приподнимитесь, мы вам поаплодируем. Эти люди, которые через блистер в лицо смерти смотрят. Спасибо вам. С праздником. А, кстати, я знаю, здесь жены есть, те, кто сегодня выполняет боевые задачи. Девчонки, вы тоже поднимаетесь. Вот вам я желаю, чтобы вы дождались своих мужей живыми, здоровыми. Обязательно. О чем это я? А, о том, что мужей надо дождаться живыми и здоровыми, потому что иногда кому-то утром надо дать подзатыльник. Сегодня не задался, я чуть было не проспал все. Вроде не будили мы вчера. Зацепил, разбил будильник от любимый подзатыльник. Ну ты, Маша, доброе сутро. С дуру видно, с позаранку, зря дневник я взял у Ваньки. В школе оказалось он в пике.
И шумит родная Маша, что мальчишка весь в папашу, точно летчик без царя в башке. Точно летчик без царя в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полеты. Командир навстречу не к добру. Что-то там не по уставу, и за это он мне вставит. Да что ж такое ночи поутру? Мне в санчасти пульс проверят и давление измерят. Доктор скажет, летчик, не грусти. Указание, постановка, цели, курсы, обстановка. Ты меня, бетонка, отпусти. Ты меня, бетонка, отпусти. А в небе так немноголюдно, здесь спокойно и уютно, и никто не пилит, не орёт. Я бы здесь пожить остался, в жизни лётном прописался, но уже четвёртый разворот. Обороты чуть убавлю, кран-шасси на выпуск ставлю, где тук-тук, не слышу под собой. Лампы красным семафором, а мне кричат с панели хором: парень, нынче день совсем не твой. Бетховен, так судьба стучится в дверь, па-па-па-пам. Блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад, в ответ совета: делай то, не делай это. Шеф добавит ласково: держись. Танцевать я в небе ринусь, перегрузки в плюс и в минус, знакопеременно, все как жизнь. И совсем небережливо самолет я в хвост и в гриву, воздух с возмущением свистит. Ты держись, стальная птица, нам с тобой нельзя упиться, Маша мне такого не простит. Маша мне такого не простит. Вниз нам, мне с земли дадут пистону, хватит, мол, давай-ка в зону, не дури, пора борт покидать. Вот, ты слышал, милый, помогай мне, что из силы, хочется с тобой еще летать. Ты сейчас мне всех дороже, я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждет меня и Маша, а тебя ждет техник Паша. Нам никак нельзя их подвести. Нам никак нельзя их подвести. Фонарь, мы на глиссаде, мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе остат. Ты контрактом пронесешься, в ограждение откнешься, порозну на грунте пропахав. Снег кругом, а мне так жарко, здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова, кружка, спирт, глоток. Чопи командир тут с ними растолкает всех, обнимет, что-то намекнет про орденок. Па-па-па-пам, па-пам-па-пам. Пошутил, небось, правденок. Начинался день как кома, но посвистывая к дому, улыбаясь, дую налегке. Ванька мне доложит бойко, что исправил пол на тройку. Горизонт выходит из пике. И меня обнимет Маша, принесет борща и кашу, нам двоим по рюмочке нальет. Как бы кто-то ни старался, день сегодня все же дался. Мы вернулись, я и самолет. Как я сильно ни старался, день сегодня все же удался. Мы вернулись, я и самолет. И самолет. Спасибо. Я уже говорил, что буду менять.
лихорадочно перед концертом думал, что надо что-то петь еще, потому что прибыли совершенно неожиданно для меня мои очень замечательные друзья. И хотел бы следующую песню спеть, потому что здесь за столами сидят действительно близкие мне люди, родные, я бы так сказал. Заслуженный летчик, испытатель России Сергей Владимирович Михайлюк. Где-то там герой Российской Федерации Сергей Иванович Демьяненко, Максим Бессонов. Он очень просто близкий друг, просто заслуженный летчик, испытатель Российской Федерации Владимир Николаевич Кутанин. Там такая вертолетный угол такой, там этих испытателей. Ребята дорогие мои, спасибо, что пришли, что прилетели. Вот Михайлюка вообще не ожидал увидеть, с Иркутска прилетел. Спасибо большое. Вот, ну для вас песня. В небесную обитель мы приводим их, как в сад детей. Для них мы, как родители, куда уж ближе и роднее. Мы словно воспитатели, а не попутный школьный класс. Они ж как испытатели испытывают у нас. И в небесах распахнутых, перемещаясь вверх и вниз, играем с ними в шахматы, где жизнь как будто главный приз. И каждый раз, как первый раз, они бывают здесь ничьих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небом мы точно скажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не можем. Болтают обыватели, что мы живем, как в масле сыр. Считают, сколько тратили, считают, что у ног весь мир. Мол, жизнь полна романтики, благоволит удача нам. И деньги, словно фантики, швыряем мы по сторонам. Не объясните вы таким, что не измерить кошелек. Когда останется родным на память шлема и орденок. И в новостях лишь пара раз таких холодных и сухих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небо мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. По краю наставлений ходим, вот еще в тот край найти, чтоб не было сомнений, вас ли ты мог сказать, лети. Любимому ребенку, что за годы научил ты жить, и в лебедя утенка смог, как в сказке, превратить. А после дети новые, которые сильней, умней, строптивые, рисковые, нет вновь для нас родней. И снова непослушный класс перед уроками притих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас снова учат. И пусть красота есть не в солнце и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам и горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. В небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И
хоть красота есть и в солнце, и в тучах романтики мало. Зато не скучно, и пусть золотые нам горы предложат, мол, царство за небом мы точно откажем. Беда это всем, что летает, и даже на том, что летать по льде не может. Спасибо. Сергей Владимирович, вот ты знаешь, я говорю, вот... Нет, я просто про то, что... Вот во втором куплете начал петь про то, что останется орденок. Вспомнил Макса Конюшина. Вот. Как остался. Это год назад погиб летчик-испытатель на Иркутском заводе, наш общий друг Максим Конюшин. Вот, и это для тех, кто иногда говорит, что испытательная работа сегодня не опасна. Следующая песня, она про очень большой истребитель. Это единственный самолет, где летчик-истребитель имеет титул командира корабля. И летных смены на сегодня в плане. И на стоянках ждут нас корабли. Заря разлилась алой краской в Пятом океане. Со штурманом отчалим от земли. Рев двух сердец, двух пламенных моторов нас, граждане, за грохот упрекнут. Там кто-то в небе нас проводит восхищенным взором. Отряд уходит с громом на маршрут. Кругом волшебных облаков убранства. Наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство. Щитом бескрайней будничной страны. Под крыльями поблескивают реки, и небо по маршруту, как проспект. Там на земле нас ждать остались вынутые чеки, и значит на чеку боекомплект. Ракеты мирно дремлют на пилонах и верят, что не будут с ветерком отчаянно носиться на различных эшелонах в погоне за каким-нибудь врагом. Кругом волшебных облаков убранства. Наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство. Щитом бескрайней будничной страны. По облакам кораблика, как по волнам, хоть 40 тонн, а словно налегке. Если что, мы можем при желании на полном увидеть звезды днем на потолке. Но а пока увидеть бы Илюшу в просторе океана голубом. Кораблик наш воздушный, он ведь тоже хочет кушать. Он пьет наши нервы узелком. Кругом волшебных облаков убранства. Наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство. Щитом бескрайней будничной страны.
как в гавань корабли, идем снижаясь. Отряд вернулся, самолеты в ряд. И пусть нельзя, мы курим на стоянке, улыбаясь, пока машины техники чихлят. Усталые, но радостные лица и громче нет звенящей тишины. Дай Бог нам уходить в полет по плановой таблице. Когда по плану, значит без войны. Кругом волшебных облаков убранства. Наш дом на все четыре стороны. В твоем мы патрулируем пространство щитом великой и родной страны. Спасибо. Но у нас сегодня все-таки осенний концерт, и тут не исключаются погодные песни. Ветра с утра вас в полет гуляют, устроили какой-то шумный пир. И тучи землю лучами цепляют, как будто бы за нас молчит эфир. Наверное, уж лучше снег в июле, чем этот ливень, молнии и гром. Синоптики нас снова обманули, продрог до самых плеч аэродром. А земли на стоянках самолеты нас терпеливо ждут, мы не идем. Года прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем. И жены радость тщательно скрывают, дождя видя слезы на стекле. Пускай гремит и молнии сверкают, спокойнее, пока мы на земле. И кажется, что небо цвета хаки, его расчертит молнией злом. Грустят аэродромные собаки, укрывшись от ненасти под крылом. Озябли на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. И небо, как компьютер, вдруг зависло. Мы на высотке, будто под шатром. Ударит шар бильярдный, словно выстрел, и где-то канонады их фронта гром. Напомнит нам о том, как мы летали в свинцовых небесах, в дождях войны. Погода нас тревожила едва ли. Летали, только ждали тишины. Озябли на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем. Озябли на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем.
Спасибо. Ну, где-то вот такая погода, где-то совсем солнечная. Опять же, сегодня вот кто-то так созванивался. Завершается или завершился такой вот авиационный салон, как Dubai Air Show 2023. И, как всегда, наши летчики произвели там такой серьезный фурор. Это, в первую очередь, русские «Витязи» и наш К-52. Вот такой, такой гвоздь программы был. Вот. Ну и я всегда знаю, когда ребята туда летают, они, вот эта песня всегда летает с ними. И для меня это очень дорого стоит. Летим в заморскую страну, что далеко в чужих широтах. Мы на военных самолетах, но наш маршрут все не на войну. Летим в нерусскую страну, как по линейке в небесах. Мы чертим след инверсионный, меняя снизу страны зоны и часовые пояса. Мы на работе в небесах. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран, там авиация в фаворе. И кто главней, у них не спорят. Верблюды или аэроплан, не спорят там у мусульман. Мы им открутим пилотаж, сорвем восторга аплодисменты. Ведь помнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш, наш, наш крейзи пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коль заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти, дать салют победы. На нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господи сберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала. Ведь каждый дуб по крышке чкалов на помощь к нам не прилетят, но там на небе не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Да-д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 а
на жизнь, коль заниматься летным телом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Как жаль, что на земле все за пределом. Валентина Лаврентьевна, это вот сестра, это моя близкая подруга, сестра Марины Лаврентьевны Попович. Спасибо, Валя. Спасибо, что пришли. Так, здесь главное не перепутать что-то, минеральную воду совсем не станет. Следующая песня, опять же, вот возвращаясь к Дубаю, там премьера была еще, опять же, российская, это Ил-76 МД-90А, если мне память не изменяет, правильно я назвал? Вот, очень удачный самолет с новыми двигателями, вот опять же, там с русскими витязями говорили, может, они говорят, может, когда-нибудь у нас такая машина будет нас сопровождать. Ну и, конечно, про нее. Что насупился Илюха? Нынче вылет до зари, набивает снова брюхо, груз швартует технари. Носят ящики солдаты и заката акварель. Только нам не до заката, рампа Тельфер, апарель. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот. Мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажу не впервой. И июня испугают грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь ветрутяга, турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут. Полный борт в гуманитарке, там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, а лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то, полным ящиков бортом. Возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали, снова в небо с головой. Где-то вновь с надеждой ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь трудяга, турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты надоели нам уже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что готовит на обед. И если что, всегда в порядке, у него велосипед.
распростер Илюша крылья. Вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб бы на спинке трудовой. Если где-то что бабахнет, грузовик наш боевой. И на взлет уходит ввысь Илья, трудяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша, работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде, из зимы их встречает борт. Заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные не бьют по клуши, все предели как один. А до души нальют Илюше самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весть тепловую принесет. Наш Илюша улыбнется, нижним блистером плеснет. Нам награды не медали, а скорее путь домой. Руды снова в максимале, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья, трудяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша, работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Спасибо. Я когда сбиваюсь, ну, каждому танцору, если что-то мешает, то надо как-то оправдываться. Мне просто неделю назад поменяли струны, и они мне не очень комфортны. Это действительно для меня причина. Недавно в интернете, опять же, тоже какая-то полемика была под каким-то клипом, или, ну, не помню, там, события или что, и кто-то задает вопрос, а вот военные летчики, когда они уходят со службы уже в запас, чем они занимаются? А там кто-то написал, послушайте песню Анисимова, и ссылку дали. Я уже сам как Википедия какая-то. Мы не спеша на эшелоне идем по спинам облаков. А в комфортабельном салоне, устав от северных ветров, три роты личного состава летят гудеть на жаркий юг. Ведут себя не по уставу, к проводницам пристают. Мой командир захлопнет книжку и чертыхнется, что устал. Мне скажут, вы, Михалыч, слишком. Забудьте к черту ваш устав, ведь вы теперь гражданский летчик, промолвит с искоркой в глазах. Да, был истребитель, стал извозчик, зато как прежде в небесах. Покуролесить бы над точкой, жаль, за спиной сидит народ. И нож куда это сделать, бочку? Увы, здесь все наоборот. Не перехват, а перевозка. Не на Кавказ, а в Таиланд.
и на погонах три полоски. Был подполковник, стал сержант. Циклон несется нам навстречу, знать, потрясет кораблик наш. И пассажиров, как овечек, пасет кабинный экипаж. Как обманут метеосводку, поесть попить, как вариант. Нам кахику нальет красотка. Ух, как же, что я не лейтенант. Чтоб мы безропотно летали, дают нам пряник или кнут. Как там у Маркса в «Капитале»? Эксплуатируют наш труд. Усталость лишь в сухом остатке. Порой с овчинку небосклон, зато нередко на посадке нам аплодирует салон. Спеша на эшелоне, идем по спинам облаков. А в комфортабельном салоне летят копченые с югов. Три роты личного состава из дьюти-фри напитки пьют. Ведут себя не по уставу, стюардессам представить. Как я называю со временем? Традиционная предантрактная песня. Там разбавлен, обратились тучи бегства. Под советскую заправлен и подвешены все средства. И для птиц сирена воет, опустили командиры. Пахнет в воздухе войною, за наше миру не до мира. Миру явно не до мира. Видимо, до ночи день тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Коль верхом большие лица не нашли для мира повода, не смогли договориться. Значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне. Время члена всех часов. Столько стрелка мне решить, столько нам летать и жить. Наши судьбы на весах, где там небеса. Троим адреналина добавляет неизвестность. Не шлея керосина, я облизываю местность.
аппетита этом неприятеля. Мне сейчас не до капризов. Ты очень главный выключатель. Мы всех выключим, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. Напоследок огнем и громом огрызается поверхность. Контингент там не промах, повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом, как на рваных парусах. Мы то вверх, то снова вниз. На кону всего лишь жизни, наши судьбы на весах. Где там небеса? Живы оба не убиты, хоть во мне лопали точно. И орёт им тётя Рита, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как на мине, велика цена задержки. Но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не тяжки. Не хватаются задержки. Как хочу я в эскадрилью, даже если инвалидность. Я не складываю крылья, а меня расстрела видность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Повернемся. На войне, как на войне, даже если ты в огне, надо верить в чудеса, что бы ни было, держись, и когда не смерть, а жизнь перевесит на весах. Где там небеса? Где-то в небесах. Где-то в небесах. Перегур, спасибо. Буквально еще пару объявлений. Вот скоро здесь будет концерт замечательного военного автора-исполнителя Виктора Верстакова. Верстаков завтра, но Кирсанов 23 декабря. Верстаков завтра, Кирсанов 23 декабря. Ну, есть время, но уже можно покупать билеты. И Верстаков, и Кирсанов — это классика военной авторской песни. Просто, ну, это очень здорово. Поэтому можно покупать билеты. Можно покупать даже на меня на 23 февраля. Вы все помните, что в это время будет День Советской Армии Военно-Морского Флота. Мы традиционно здесь соберемся. Там уже что-то покупали какие-то прошаренные люди хорошие. Вот. Ну и диски, я думаю, уже у всех, наверное, есть, но тоже там это все продается. Вот. 23 февраля, кстати, обещал еще подойти Артур Саркисян с новым изданием своей книги «Глубокое погружение в небо». Ну, надеюсь, что это будет. Это всегда тоже интересное событие. Поэтому всех ждем. Вот. Перегор.